Сегодня 1 ноября 2021 года. Для ветслужбы города Богучара. Почему биоотходы валяются на мусорных свалках? Где они должны быть? Куда они должны быть утилизированы? И куда вывозят биоотходы? А то там Оксана Викторовна или Владимировна рассказывала, что я непонятно где-то что-то снимаю, непонятно где-то что-то как-то. Вот все тут есть. Ноги, роги, киндюха, кишки. Все тут биоотходы от животноводства. Они не должны тут находиться. Прошу, прокурор Бучарского района, прошу принять меры.